Начался торжественный вечер в Брестской областной филармонии докладом исполняющего обязанности председателя Брестского городского совета депутатов Валерия Тарасова. Координация усилий в различных отраслях, будь то наука, культура или IT-сфера, способствует укреплению международных связей между Белоруссией и Россией. Создание союзного государства – это не просто экономическая модель нового типа, где предусмотрено движение товаров и услуг, снятие границ, как это было сделано в соответствии с подписанным договором. Это движение народов и объединение братских славянских народов. Движение свободных капиталов, товаров и услуг, трудоустройство, равные возможности на территории двух государств, социальные гарантии – это то, что объединяет. Но главным вектором развития была и остается экономика. Сегодня продолжает динамично развиваться торговое партнерство Брещины с рядом российских регионов. Товарооборот между Брестом и Российской Федерацией, по данным за прошлый год, превысил $1 млрд. Значительная цифра, но не окончательно. Еще есть куда расти. Здесь мы можем сказать и о сотрудничестве наших промышленных гигантов, корпораций, как и Газпромбанк, и как ВТБ. Здесь же также можно сказать и о сотрудничестве с большими предприятиями Брестской области, как Савушкин продукт, разумеется, Санта. Мы насчитали порядка где-то 800 предприятий с российским капиталом. Да, но это, конечно, маленький, это не предел, это будет увеличиваться. Мы уверены, что и следующий форум регионов, который уже состоится в России, даст дополнительный импульс для развития взаимодействия между Брестской областью и регионами Российской Федерации. Говоря о единении народов, нельзя не сказать и об истории. Кульминацией праздничного вечера стала торжественная церемония награждения. По поручению губернатора Ленинградской области Нелли Алексеевне Терехиной, блокадницы Ленинграда, вручили памятную медаль по случаю 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков. Ее биография – отражение общей истории. Белоруссия сформировала из меня человека, бабушку, прабабушку. В общем, я очень довольна, что я живу в Бресте. Я уже в Ленинград не хочу, потому что я уже приросла корнями Беларуси. Мы, россияне Беларуси, это всегда были, есть, я думаю, всегда будем единое целое. Наша история. История наша объединяет, и мы это никогда ни россияне, ни белорусы не забудут, что мы вместе воевали, вместе сражались. Я думаю, ту цену, которую наши деды и прадеды отдали, мы эту цену будем помнить и сделаем все для того, чтобы историю не смог никто сфальсифицировать. Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом. Посвященное важной в белорусском и российском календаре дате, событие собрало порядка сотни брещан, представителей власти, депутатского корпуса, общественных деятелей, ветеранов войны и труда, молодых активистов. Мы прям вот как один вообще такой огромный народ. И язык у нас один, есть еще белорусский у нас, но русский тоже объединяет. И исторически мы всегда же были вместе. Культура, традиции тоже у нас одни, и поэтому, безусловно, это очень много значит для нас